Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы будем играть в игру Hill Climb. Так, будем играть вот этим на гоночном автомобиле, будем кататься. Ну что ж, поехали. Посмотрим, что у нас интересного здесь. Так, далее старт. Ну что ж, давайте посмотрим, как здесь правильно нужно ездить. Вау. Так, ребятки, аккуратненько. Мы не хотим упасть, потому что... Вау, вот это точило! Ребят, вот это точило в натуре гонит, круто. Стой. Тихо. Вот это... А, да что ж такое. Давайте еще раз проверим второй раз. Так, где тут нажать еще раз? Ага, вот. Старт. Вот это точило в натуре. Вот, мне кажется, для этой трассы лучше трактор нужно брать, чем гоночную. Гоночную машину надо для других. Ну, она просто супер. Ребят, если я на полную катушку нажму на газ, она просто взлетит. Смотрите. Вот это скорость. Вот это да, ребята, вы видели? Я сальто сделал. Вот это круто. Вау, не-не-не-не-не. Хух. Так, в речку заехали. Давайте выезжаем оттуда. А вот опять сейчас будет река. Нужно аккуратненько хоть не заехать в нее. Так, через 40 метров бензин давайте. Возьмем канистру с бензином, потому что у нас заканчивается бензин. Давай. Вперед. Да, все. Канистра с бензином у нас. Ай, да что ж такое? Чуть-чуть не туда нажал и... Нажал на тормоз и... Получилось так. Так. Еще раз нажмем сюда. Так, поехали. Такая нормальная точила тоже. Ведет себя вообще так, как надо. Тихо, дядя. Дядя какой-то за рулем небритый. Так, тихо. А, да, тихо. Ребят, видели? Чуть реально мы не застряли. Давай в речку опять заехали. Давай выезжать оттуда будем. Ай, да что ж такое. Опять голову свернули. Ну что ж такое. Нельзя никак по-нормальному. Ну ничего. Ничего страшного в этом нету. Так что давайте. Так, еще раз будем пробовать ехать на этой гоночной точиле. Такая точила нормальная. Можно на ней... Смотрите, как я на ней разгоняюсь. А, пропустил кристалл, но ничего. Смотри, ай-яй-яй-яй-яй. Не получилось так сделать сальто, как хотелось бы мне. В прошлый раз получилось, а в этот нет, но ничего. Сейчас мы заново пробуем. Вот это точило. Так. Вот это гоночный автомобиль. Мне кажется, нужно для этой трассы взять просто какой-то джип или... Какой-то мотоцикл, который сможет по беспрепятственно по горам вот так вот ездить. Потому что этот автомобиль не предназначен для этой трассы, ребят. Так что я, наверное, выйду, просто его сменю, да и все. Чё мне? Ой, опять я нажал старт. Ну давайте еще раз проедемся тогда. Так. Вау, вот это да. Вот это скакает. Вот, видите, опять не получилось. Ну, иногда получается, иногда не получается. Так. Нажимаем здесь. Так, выбираем вот этап. Все. А, у нас, в принципе, везде такие горы, да? Давайте вот это возьмем. И давайте, наверное, возьмем другой автомобиль какой-то. Так, мы можем взять вот такой ракетомобиль. Ну что, поехали. Посмотрим, на что он способен. Там еще полицейский можно взять. А это что такое? Что это за эскаватор такой? О, это вездеход, ребята, я на вездеходе еду. Вот это, да, вездеход нужно брать тоже для другого этого. Для другой трассы. Да, на вездеходе, ну, вездеход такой. Его нужно использовать только в лесу где-то. А вот это гоночная трасса. Опять мы с трассой спутали. Ну ничего, сейчас поменяем.
при первой же возможности. Сейчас мы все изменим, ребятки. Так, дорогой ты наш. Когда ты уже приедешь хоть куда-то? Так, ребята. Берем, собираем очки и кристаллы. У нас, посмотрите, сколько очков, ребят. 2 миллиарда. Так. А, нам нужно 600 метров проехать, а у нас 500 уже метров проехали мы. И сейчас доедем мы. О, вездеход — это такой самый-самый автомобиль, на котором не перевернешься. Там подушки стоят специальные, которые обеспечают то, чтобы мы с вами не разбились. Ну да, на вездеходе не разобьешься и не разгонишься особо. Зато он везде проходит, везде. Так, ребятушки, давайте сменим трассу. Так, давайте сменим не только трассу, но и поедем на полицейской машине. Так, поедем на полицейском автомобиле по вот этим горам. Поехали. О, вот это ж другое дело. Вот это уже хоть что-то похоже на автомобиль, на котором мы можем с вами ездить. Вау. Буль-буль-буль. Вау. Оп, сирены включились. Газу. Вум. Поехали. Давай. Газуй. Ай, бензин пропустили, ребята. А что будет, если мы не заправимся? Наш автомобиль встанет и все. Без бензина не поедет никуда. Или все-таки поедет? Давайте посмотрим, что у нас получится дальше. Так. Тихо. В сугроб заехали, давай, выезжай отсюда. Потихонечку. Я знаю, ты можешь, давай, маленький, давай. Вот так вот, молодец, хорошо. Так, тихо. Брэм-б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 эм
Так, стойте. Оп, все, бензин взяли. Наконец-то мы взяли бензин. Теперь у нас точно он не закончится. Да, полицейская машина такая. Нормальная, это чила тоже. Можно на ней много разных выкрутасов делать. И все будет отличненько. Так, давай. Ребята, не могу выехать под гору, представляете? Надо, наверное, сдать назад и разогнаться. А куда разогнаться? О, давай, потому что у меня двигатель слабый, не могу выехать, ребята, представляете? Застрял. Я не думал, что полицейская машина такая слабая. Так, теперь мне нужно набрать разгон. Давай, еще немножко, мальчик. Давай. Еще чуть-чуть. Эх, ребята, застрял, наверное. Давайте другую машину выберем с вами. Так.
аппарат. Так, берем. Что же мы с вами возьмем? Хочу... Вау, ребята, хочу вот этот гоночный ракетомобиль. Все, мы его купили. Идем дальше. И хочу вот этот, наверное, гоночный трек. Все, вот это круто теперь будет. Ребята, посмотрите, какая это чила. Просто супер. А слышите звук двигателя какой? Просто... Вот это да. А переднее колесо от велосипеда, ребят. Смешно вообще. Вот это такая точила нормальная. Со скоростью просто бешено едет. Если бы можно было бы еще что-то использовать, какой-то усилитель скорости, было бы вообще круто. Вот это у нас ракетомобиль. Вау, мы можем только... Нужно постоянно быть аккуратным, потому что мы можем поломать нос нашему автомобилю. Я так понял, потому что он такой длинный и суется куда не нужно постоянно. Но ничего, посмотрим. Зато мощный, выезжает под любую горку. Что не может в действительности не радовать, потому что мало таких автомобилей, которые могут похвастаться своей мощью, которые на разрыв идут и... Давай, вперед, поехали. Едем в далекие края. Так. Нормальная такая точила. Вообще без проблем все происходит. Так, стой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, тихонечко, тихо. Давай, газу. Ой, что ж такое? Ты что, меня подвести хочешь, что ли? Ну, давай, газу. Ты должен выехать на эту гору. Должен. Да, ребята, мы сделали это. Своим длинным носом все собрали. Такая точила нормальная. Отлично, я бы сказал. Просто супер. Так, я думаю, мы не застрянем на ней, как на полицейской, нет? Нет. Ай-яй-яй. Я так и думал. Что мы... Так, давайте возьмем что-то другое. Так и думал, что мы уже все. Как говорится, приехали. Так, берем. Хочу. О, хочу на снежном. Ребята, хочу на снежном мотоцикле. Все. Буду на снежном мотоцикле. А где же я буду кататься? Вот снег. Все, поехали. Вот теперь круто будет. Так, тут у меня еще я могу усилить двигатель. Давайте усилим двигатель, купим все самое мощное, чтобы было у нас все, как говорится, на высшем уровне. Сейчас мы усилим двигатель. Так, колеса усилим, все надо поусиливать. Бачок наш усилим, все, короче, чтобы было... Вот это да, вот это снегоход. Вау, вот это снегоход у нас. Вот это у нас снежный. Ух, ребята, я чуть голову себе не снес об сугроб. Представляете? Нет. Вот снегоход это именно то, что нужно, ребят. Как раз вот сейчас зима, вот в зиму он и нужен. Так. Вау. Вот это да, вот это двигатель. Вау. Да что ж такое? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Берем. Давайте опять поедем заново. Дорогие мои. Чуть голову опять не снес себе, так что нужно всегда аккуратненько. Так, здесь притормозим. Едем дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Голова моя. Чуть не снес. Так, тихо. Ну, понятно, в общем, слетел. Так, ну что ж, дорогие мои, этот эпизод подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте видео, с удовольствием буду отвечать на ваши комментарии. Будем играть в следующих эпизодах. До встречи!